Всем привет, с вами Дум. Сегодня у нас опять очередная распаковка посылки с eBay. Это уже серия по счету 9. Пришла от такой коробочки небольшой. Ну тут можно посмотреть немного информации о ней. Так, вес посылки у нас 333 грамма. Ну, адрес я, естественно, закрасил. Сбоку у нас то, что она поступила на мою почту 11 августа. Тут что-то по-китайски. Тут декларация. Данная вещь мне обошлась в $16. Чайно. Ну и, собственно, начнем распаковывать. Да, дошла она мне за 18 дней, получается. Так, как ее распаковать тут поудобнее. Такс. Запаковали хорошо. Так, на таможне не вскрывали. О, да. Наконец-то я открыл. И, собственно, сама фигурка. Такая вот фигурка. Эцио из Assassin's Creed. Второй части вот такая вот фигурочка. Такая фигурка. Ну вот, собственно, и все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на новые видео. Всем пока.